Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт на автофарм пасхальных яиц. Работает он довольно круто. Буквально за несколько секунд вы сможете собрать все яйца, которые находятся на локациях. А сразу скажу то, что собирает он яйца только в том мире, в котором вы находитесь. То есть я сейчас нахожу в Spawn World, получается, мире. Он здесь только и сможет собрать. То есть для того, чтобы собрать яйца в других мирах, вам нужно просто, в принципе, тпхнуться на любой остров, либо же локацию. И все, и в том мире у вас, получается, соберутся все яйца. Давайте, в принципе, вам это сейчас и покажу. А для этого скачиваем чит по ссылке в описании, также скрипт. Буду использовать Star. Я думаю, в принципе, многие из вас уже его видели. А первым делом, что нам нужно сделать, это нажать на кнопочку Inject. И ждать, пока мы заинжектимся. Все отлично, у нас получилось заинжектиться. Далее вставляем сюда скрипт и нажимаем кнопочку Xcode. Так, все отлично, скрипт появляется. Здесь нужно выбрать Load PGM GUI. Выбираем, нажимаем Continue. Все, ждем сейчас, пока загрузится. Так, все отлично, скрипт появился. А вот эту вот панельку Tabs можно скрыть. Нажимаем на High Tabs, и она пропадает. В принципе, здесь довольно много функций. Можете пользоваться всеми. Но нам сейчас нужна самая основная функция, это фарм яиц. Так, значит, одеваем всех пэтов, которые у меня есть. И включаем бусты на удачу. Так, все это сделали. Теперь ищем фарм пасхальных яиц. Все, вот он. Автофарм Эстер X. Включаем. И как видите, буквально за секунду-две собрались все яйца, которые были в этом мире. А именно их было, получается, 8 штук. Так, теперь тпхаемся, допустим, на любой остров в фантастическом мире и смотрим, соберет он здесь или нет. Как видите, тоже собирает. Здесь у нас, получается, было 6 яиц, получается. В принципе, на каждом мире по-разному. А также вам могут еще игроки мешать, потому что они тоже их собирают. Так, теперь тпхаемся в Tech World. Здесь тоже собирается, как видите, отлично. Здесь тоже 6 было, вот уже 7. Также, кстати, когда яйца будут респавниться, они сразу у вас будут собираться. То есть вы, в принципе, не дадите возможность другим игрокам собрать это яйцо. Так, ну и давайте два последних мира. Посмотрим, сколько там яиц. Здесь у нас получается 4, скорее всего, собралось. Даже побольше, 5. Отлично. И последний мир у нас остается. Это Pixel World. Так, собралось еще одно яйцо. Как видите, они спавнятся и сразу собираются. Это, я думаю, очень круто. Все, тпхаемся. Так, здесь тоже есть яйца. Как я понимаю, вот фарм у них идет. Да, все отлично. Собралось одно яйцо пока что. Как видите, в этом мире, конечно, намного дольше собираются, потому что жизни у них побольше. И из-за этого они дольше у вас будут собираться. Как я понял, на яйцо отправляется максимум один питомец. И он потихонечку дамажит это яйцо. И собирает его. Так, ждем, пока все остальные соберутся. Конечно, здесь довольно долго это все происходит. Я даже сказал бы, очень долго. Но ничего, в принципе, самое главное то, что это работает. Выгоднее, конечно же, фармить в Spawn World, в Tech World и Fantasy World. Остальные миры, ну, такое себе. Потому что здесь, во-первых, меньше локаций. Получается, сколько, 3 или 4 локации. И здесь, естественно, намного меньше яиц будет, чем в других мирах. Так, ладно, давайте поможем. Отправим всех питомцев. В принципе, давайте выключим, чтобы быстрее яйца фармились.
Также, кстати, можно включить X3 дамаг и X3 монеты, если вам это нужно. Но жизни, как видите, у них очень много. Даже все пэты у меня еле как дамажит яйцо. Так, все, вроде бы это последнее яйцо. А нет, вот здесь еще одно есть. Давайте его тоже соберем. Пэты, конечно, падают такие себе, но что поделать. Это вышло такое обновление, то что здесь такие фиговые пэты. А также, кто не знал, здесь в этом обновлении не добавили ни одного мифика, только легендарные питомцы. Получается, два легендарных питомца, и ниже легендарных питомцев там идут по рейтингу. Вот, это плохо, конечно же. А также, по-моему, если не ошибаюсь, каждые 15 минут спавнится большое яйцо в рандомном мире. Не знаю насчет него, но вроде бы как с помощью скрипта оно тоже должно, по идее, собираться. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.